Приветствую вас, Ангелина. Мне кажется, что вы описываете такие вот симптомы, да, тревоги, тревожности, симптомы страха. Вот. То есть, как будто бы вы чего-то боитесь. Достаточно сильно опасаетесь, чувствуете себя ну, не уверена. Как-то. И отсюда идет потребность в защите. Вот. Ну, что вы, собственно, и делаете? Защищаете. Плюс ко всему раздражение — это, в общем, нормальное чувство, но оно у вас вызывает гнев, у вас вызывает желание себя как-то обвинить, да. И, в общем-то, мне кажется, что у этого есть основания, что ли. То есть, почему вы вините себя за то, что проявляете эмоции. И не ради ли этого вы так себя ведет. То есть очень похоже на то, что вы как-то вот специально раздражаетесь, чтобы потом себя обвинять. Ну, мне это видится таким образом. Сейчас, по крайней мере. Вот ненависть к себе это и есть то внимание, которое вы даете себе, вероятно. Так что, я думаю, начинать нужно с этого, с того, как вы относитесь к себе, как вы воспринимаете себя, вот. Как вы воспринимаете свои чувства, свои эмоции, как вы к ним относитесь, к своим эмоциям и чувствам.
Вот, и что происходит с вашими переживаниями, когда они выражаются. Вот. Я думаю, так можно ответить на вопрос. На ваш. Так что ваши отношения и ваше поведение в них нужно проанализировать, Ангелина. Сделать вы можете это на личной терапии, выбрав себе специалиста. Вот. И поработав со своими чувствами и поняв, что вас беспокоит, вы сможете их лучше не контролировать, а направлять. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго.